Инструкция. 3. Складывайте подходящие товары в корзину. Это ни к чему не обязывает, вы еще сможете скорректировать ее содержимое, когда придет время принять окончательное решение. 4. Нажмите кнопку «Заказать», когда сделаете выбор. Далее, в зависимости от структуры магазина, вы можете попасть на страницу, предлагающую выбрать способ доставки или оплаты. На них обычно идет перечисление нескольких возможных вариантов. О доставке было написано выше. Теперь об оплате. 6. Нажмите кнопку «Готово». Проверьте почту. Скорее всего, вам придет письмо с деталями сделанного заказа. Там может содержаться и вся информация по срокам. Когда вам привезут товар, это может случиться в тот же день или, например, через пару недель и зависит от самого товара, его наличия. На складе, сроках отгрузки и так далее, обязательно проверьте комплектацию заказа. Помните, что пока не уехал курьер, вы имеете право отказаться от товара, если его качество не соответствует принятым стандартам.